Всем привет! Сегодня 5 июня 2021 года. Мы с вами находимся в городе Кременчуг Полтавской области. И сегодня я выполняю очередную вашу заявку. Мы начинаем писать хронику уникального для современной Украины проекта Кременчугский мегамост. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступать в нашу группу в Facebook, подписываться на страничку в Facebook. Кто хочет поддержать мою деятельность, вы можете сделать это на Патреоне, либо же через банковскую карточку. Мы находимся в Кременчуге на площадке Кременчугского мегамоста. Вы все наверняка уже слышали новость, которая облетела Украину в феврале 2021 года. По результатам проведенного тендера, тендер проводил Укравтодор, был подписан эпохальный договор на постройку Кременчугского мегамоста. Тендер выиграла компания с большим мостостроительным опытом, компания турецкая, называется она Догуш Иншаат ве Тиджерет Аноним Шикерти. Но для простоты мы ее будем называть просто Догуш. Ребята не против. Она уже давно присутствует в Украине, и самый громкий ее проект, который мы все знаем, но немногие знают, что она начинала строить этот мост, это Дарницкий мост в Киеве. Также мне сейчас ребята подсказывают, потому что меня сопровождают здесь для того, чтобы все рассказать и показать по ходу дела, что в Борисполе еще велись работы большие этой же компании. Итак, мы находимся возле официального паспорта объекта и читаем, как всегда, сначала информацию, которая на нем приведена. Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя через Кременчуг, Маріуполь на ділянці обходу міста Кременчуг з мостовим переходом через ріку Дніпро в місті Кременчуг, Полтавська область. Это я вам прочитал для того, чтобы вы понимали, почему этим проектом занимается Укравтодор. То есть это не местный мост. Ну, в принципе, вы, наверное, знаете, что Крюковский мост, существующий в Кременчуге, это тоже не местный мост. То есть через него проходит дорога М-22 и дорога Н-08. Смотрим, что еще хорошего. Здесь есть схема, но нам обещали показать схему более в удобоваримом виде на стенки офиса, поэтому мы туда поедем чуть позже. Замовник является служба автомобильных дорог в Полтавской области, начальник Кропивницкий Іван Юрьевич, генпроектуальник акціонерне товариство Догуш, генпідрядник акціонерне товариство Догуш. Авторский нагляд осуществляет ТОВ Международный проектный институт и технико-экономические показники. Довжина мосту 720 метров, это только чисто мост. Высота пилона 103 метра, но это средняя высота пилона, потому что мне уже ребята говорили, что от 101 метра до 105, потому что, во-первых, может немножко меняться положение пилона, где это будет, и, во-вторых, уровень воды меняется в Днепре, поэтому мы говорим плюс-минус, средняя высота его 103 метра, и подмостовой габарит будет 18,5 метров. Это та информация, которую мы можем почерпнуть из этого счета. Грудень 2024 года, планируемый срок завершения работ. Так, я думаю, знакомство с объектом было бы логично начать в офисе генподрядчика компании Догуш Иншаат. Ребята меня пригласили в гости, любезно рассказать мне и показать первоначально какие-то схемы, проекты и прочее, после чего мы продолжим нашу экскурсию уже по существующим площадкам. Офис компании здесь новый, он специально в Кременчуге строился под этот проект, поэтому здесь только обживаются все, но тем не менее у нас уже перед глазами приблизительная схема будущего моста. Сразу хочу предупредить вас, что схема очень концептуальная. В каком смысле? Дело в том, что вы знаете, что компания Догуш Иншаат выиграла тендер на условиях «спроектируй и построй». То есть есть концепция моста, которая приблизительно наложена на существующую географию, но очень много необходимо уточнять по месту, где какие коммуникации проходят, где какая геология. Есть только старые предварительные геологические данные, и сейчас ребята ждут геологоразведчиков для того, чтобы все это уточнять. Поэтому схема есть как концепция, и она может меняться в одну или в другую сторону. Ну, я думаю, что это будет несущественно, но мы должны принять это к сведению, то есть не привязываться к ней намертво и не говорить, что вот было нарисовано так, а в результате получились какие-то изменения. То есть все может меняться. В частности, вот мне рассказали, вы видите, здесь большое количество промежуточных опор на эстакадах моста, и их поставили здесь по максимуму, исходя из самых ожидаемо плохих условий. В то же время, по данным, которые сейчас собираются, может быть, удастся уменьшить количество этих опор. Ну и вот такие какие-то изменения могут сопровождать этот проект. Чуть позже я вам попытаюсь показать, как выглядит наложение трассировки приблизительной моста на карту на Google Maps. Но сейчас давайте посмотрим по схеме. В общем, мы видим, вот эта вот часть у нас правобережная. И, если я правильно понял, отсюда приходит трасса Н-08. Там у нас находится направление на Днепр. Я достаточно часто по ней ездил, поэтому ее знаю. И если эта развязка получится, то это будет гораздо более удобно, чем на существующем мосту. Далее мы перемещаемся. Это у нас берег левый. Где-то вот здесь примерно находится речной порт города Кременчуга. И далее куда-то расходятся маршруты. Опять же, я попытаюсь это вам показать по карте, насколько у меня это получится. Вот эта центральная часть, выделенная цветом, это вантовая часть. Два пилона, которые находятся в русле. Далее, как мне объяснили, вроде бы не планируется русловых опор, то есть только на пилоны будет опираться центральная часть моста. Предварительно она будет металлическая, коробчатая, чем-то очень похожая на вантовую часть запорожских мегамостов. Только у нее будет два пилона, и, соответственно, ванты будут расходиться от каждого пилона в одну сторону и в другую сторону. С одного и с другого берега будет над частью береговой эстакада. Пока предварительно считается, что эстакада будет из железобетонных балок. Это могут быть двутавровые балки, или Т-образные балки, или И-образные балки. Здесь мы даже видим приблизительно, как планируется это сделать. То есть мы видим, фигурируют балки 33-метровые. Очевидно, будут монолитные плиты, может быть, стали железобетонные кусочки, будут вставляться именно на эстакады съездов, но это еще, опять же, не точно. И что меня сразу удивило, я переспросил, здесь фигурируют балки 42 метра. Честно говоря, я таких балок не встречал еще, но мне сказали, что если все пойдет по плану, то это будут специальные сертифицированные балки вот такого повышенной длины, скажем так, которые будут под этот проект изготавливаться. Но, опять же, еще раз повторяю, что это все может меняться. Мы посмотрели на эту схему. Еще может быть интересный момент. Общая длина вот этого всего мостового перехода будет составлять более 3 километров. И высота пилонов, он не претендует на звание самого высокого моста в Украине. Высота пилонов будет примерно 101 метр над поверхностью воды, или же порядка 110 метров от дна. Вот это та информация, которая предварительно есть на сегодняшний день. Сейчас попробуем добраться до карты, покажу вам по карте. Далее давайте попробуем разобраться, где находится трасса будущего моста. Пока все документы находятся в работе, потому что возможны корректировки в связи с тем, что проводится геологоразведка, где можно какие сваи бурить, где можно какие коммуникации перенести, либо нельзя перенести. Поэтому вот есть только вариант по экрану компьютера, приблизительно плюс-минус. Итак, давайте разбираться. Вот это у нас правый берег, это у нас левый берег. Вот эта дорога, это Н-08, она приходит с Днепра. Я, кстати, очень часто по ней ездил и знаю эти повороты. Вот дорога идет так, круто изгибается, и вот в этом месте она попадает на старый существующий Крюковский мост. Далее она уходит на Сулу, туда, куда мы с вами часто ездили. Как вы видите, мост новый, он будет почти параллельно существующему, но немного в стороне. Днепр у нас течет вот так вот, то есть он будет ниже по течению. Для привязки, сам я не из Кременчуга, вы это знаете, поэтому то, что мне успели рассказать, я вам попытаюсь тоже основные ключевые моменты сказать. Итак, здесь находится Кременчугский речной порт, и здесь основная работа начинается. Далее вот здесь авторынок находится, и, как видим, большая развязка в районе порта планируется сразу за портом. Ну, это предварительная информация, и часть транспорта пойдет в центр. То есть в то место, куда приходил Крюковский мост, часть пойдет, вот это, насколько я понял, улица Большая Набережная, и дальше он куда-то будет расходиться по существующим магистралям. Соответственно, возникнет и на правом берегу развязка с Н-08 на разные направления. Ну, существующий мост Крюковский останется, но по информации от Укравтодора, его собираются перепрофилировать исключительно на железнодорожное движение, его отремонтируют, и после этого автомобили по нему ездить не будут. Основной трафик в 4 полосы, 2 полосы в одну сторону, 2 в другую, будет по новому мосту проходить. Также давайте еще посмотрим на местности, то есть вот эта часть, это вантовая, 2 пилона, здесь не планируется больше никаких опор промежуточных. С этой стороны будут эстакады с развязками, с этой стороны эстакады с развязками. Вот эта часть, она висит чисто на двух пилонах, она металлическая. Ну вот это предварительная информация, она может корректироваться, но для начала, для знакомства, я думаю, ее будет достаточно. Итак, после посещения офиса генподрядчика мы вернулись вновь на ту же самую площадку и предлагаю подойти к карте снова, определиться, где мы находимся. Мы сейчас на левом берегу и... примерно в этом месте я стою. Как вы видите, основная трасса моста пойдет чуть дальше туда, а здесь будет заканчиваться один из его съездов. Туда пошел мост на правый берег, пилоны, вантовая часть, и там далее, это вот куда-то в этом направлении, будет вот эта вот мощная развязка делаться. Это одна из площадок, которые сегодня уже разрабатываются, она уже оформлена. Забором огорожено, и сейчас ребята делают здесь благоустройство территории. Кстати, я хотел сказать такой интересный момент, который я подметил, что здесь все очень четко делается, и как только сделали, поставили площадку, как только сделали ворота въезда-выезда, сразу же размещены были здесь новые знаки, вот совсем новые, это ставили генподрядчики. Будет перенесена остановка общественного транспорта, уже все согласовано, и далее... мы подойдем поближе, увидим. Работы выполняет какая-то местная ШРБУ, но это все оплачивает, финансирует генподрядчик. То есть полностью благоустройство территории, чтобы не было никаких неудобств местным жителям. Тротуары восстанавливаются, схема движения вывешивается. В общем, все очень четко делается. Ну, вы знаете, что турки, они вообще помешаны на технике безопасности, но одно дело, когда мы видим технику безопасности именно внутри площадки, и другое дело, когда... мы видим, как заботятся об окружающей действительности. Такое маленькое лирическое отступление. Дальше, поскольку у ребят не оказалось в офисе в нормальном виде больших красивых распечатанных визуализаций, то мы воспользуемся теми, которые размещены на ограждающей конструкции площадки. Проект разрабатывался международной компанией. Соответственно, он прошел какие-то определенные этапы согласований, но это концептуальный проект, то есть он может плюс-минус чуть меняться. Я вам уже объяснял, что меняется, возможно, техническая часть, и, соответственно, чуть-чуть будет дизайн меняться, но общая концепция сохраняется. То есть мы видим два пилона, точнее, пилонов здесь 4, ну, сдвоенный пилон с одной стороны, сдвоенный пилон с другой стороны. Что мне интересного еще рассказали, это то, что пилоны стоят на 4 фундаментах, то есть каждый пилон, он на своем фундаменте стоит, и соединяются пилоны только несущим ригелем опорным, на который опирается мостовая часть. Далее пилоны расходятся в стороны, вверх, и от них идут ванты к сторонам мостового пролета. Пролет, насколько я понял, поскольку у нас ванты расположены только по краям, то будет цельный, то есть это не будет верховая и низовая сторона, как в Запорожском мосте, а это будет цельный пролет. И что еще интересно, здесь никаких перемычек нету, вот такой вот дизайн, устремление вверх от 101 до 105 метров, в среднем высота вот от уровня воды. Далее берег здесь, он так символически обозначен, ну вот эти опоры, они, может быть, стоят на берегу, может где-то совсем рядом с берегом, но фактически не в русловой части. До русловой части, вот до границы ее доходит металлическая часть пролета. Сейчас здесь есть еще визуализации, пойдем посмотрим на другие картинки, чтобы вы имели представление. Ну, вы наверняка это уже видели в интернете, но поскольку у нас такой сегодня ознакомительный обзор первый, то я хочу по максимуму показать, чтобы это все в нашей библиотеке осталось. Если в интернете когда-нибудь оно куда-то денется, то в нашей хронике это сохранится. Сейчас я подошел к следующей визуализации, здесь немного под другим углом это все изображено, и уже при дневном свете. Еще одна визуализация, как мост будет выглядеть на закате, либо же на рассвете. Кстати, на этой картинке хотел вам показать интересную особенность. Вы помните, сколько шуму в свое время наделал в Запорожье ролик подводного обследования водолазами опоры пилонов? Я много раз уже объяснял, в чем там был прикол. То есть так называемые висячие ростверки, а именно ростверк, он не опирается на дно, а опирается на сваи. Когда водолазы подплывали туда и показывали вот эти сваи, входящие в ростверк, то люди, которые не осведомлены, они комментировали, что ага, что-то там получается как бы нависает над этой сваей, это значит, что-то оттуда отвалилось. Здесь мы видим картину точно такую же, только ростверк, он вообще висит над водой. Ну, это будет заметно плюс-минус, потому что уровень воды поднимается, опускается, но будут, ну, я так понимаю, большая часть времени ростверк висячий будет видно. То есть вот сейчас вы можете увидеть сваи, на которые он будет опираться. Сваи, они загоняются, ну, пока приблизительно до 45 метров. Может быть, плюс-минус что-то будет уже по результатам уточненной геологоразведки сделано, но примерно так. И эти сваи, они загоняются в дно, потом они проходят через толщу воды, там порядка от 8 до 10 метров глубина воды в этом месте, где планируется ставить пилоны. И можно будет, если подплыть, ну даже на лодочке, просмотреть под ростверком насквозь. То есть будет видно эти сваи, и между сваями будет промежуток, вот так, как оно примерно видно. Я специально уточнил у ребят, они мне долго совещались, но наконец подтвердили, что вот так вот оно и будет. Поэтому сразу же обращаю внимание тех, кто будет комментировать, это никакая не зрада, это так оно и должно быть. Вот эти ростверки, это висячие ростверки, которые находятся на сваях над водой. Они иногда могут погружаться под воду, когда будет высокий уровень. Ну и, конечно же, мы видим, что каждая визуализация, она брендирована как заказчиком Укравтодором. Делается такой проект, он стал возможен, в принципе, под программу Великобудивничества. Это национальная программа, которая, вы знаете, сейчас таким огромным, мощным двигателем всей дорожно-строительной, дорожно-ремонтной, мостостроительной, мосторемонтной отрасли в Украине является. Дает очень много рабочих мест, работы и заработка, соответственно, людям, которые занимаются ремонтами и стройками дорог. И вот логотип генподрядчика Догуш. Запомните эти логотипы, мы их еще не раз здесь встретим. Сейчас мы подошли к месту, которое подвержено процессу благоустройства. Мы видим, ребята разравнивают тротуар, уже готовится заезд. И здесь мы видим еще одну красивую визуализацию. Уже комментировать тут особо нечего, вы уже все это знаете. Просто полюбуйтесь, запомните. Здесь еще несколько таких картинок размещено. Очень надеюсь, обращаюсь к вандалам города Кременчуг, если таковые имеются, хочется верить, что нет. Пожалуйста, не портите эти красивые изображения. Да, как видим, театр начинается с вешалки, а любая хорошая стройплощадка начинается с благоустройства окружающей территории. Так, здесь нам показали, как теоретически будет выглядеть это все с дрона когда-нибудь. Ну да, мы видим, что разделение потока одного и другого есть, но это цельный пролет. Больше у нас особо разнообразных визуализаций нету, они повторяются, поэтому мы заходим на площадку. Как видим, она огорожена тщательно со всех сторон, но пока относительно пустой является. Тут, насколько мы с вами видели в схеме, только вот так будет идти заезд. Поэтому остальная часть площадки, я могу предположить, что она будет использоваться как складская, как отстой техники и так далее. И здесь мы видим уже работу геологоразведчиков. Маленькая буровая установка на базе ЗИЛа, которая делает маленькие бурочки и определяют, где чего там находится. Еще раз повторюсь, существует и использовалась для тендера старая геологоразведка, поскольку этот мост, его собираются строить здесь очень давно. И, наверное, надо в двух словах сказать о предыстории. Вы знаете, что в Кременчуге вообще это очень больной вопрос. Мост через Днепр, он единственный. Он одновременно является и железнодорожным, и автомобильным. Насколько я помню, там есть секция, которая подниматься должна, но я не уверен, работает она или нет. Это вы мне можете в комментариях написать. Сейчас внимание, по моим данным, мост был построен в 1870 году, то есть мосту уже более 150 лет. Он там как-то подлатывался, как-то подчинивался, но тем не менее в настоящий момент он находится в предаварийном состоянии. Поэтому очень давно назревал вопрос строительства нового моста, еще в советское время планировалось это сделать, потом в годы независимости Украины планировалось сделать. Геологоразведка проводилась, я вам точно не скажу, когда, по одним данным в 90-х годах, по другим данным в 2000-х годах, но, насколько я знаю, далее это не пошло никуда. Но на данных этой геологоразведки основаны предварительные, скажем, проектные решения. Сейчас стоит задача все это уточнить. Ну, во-первых, уже технологии появились другие, компьютерное моделирование, все остальное, поэтому более точно это будет делаться. И мы смотрим в ту сторону, вот там у нас как раз находится порт речной. Мы туда сейчас поедем, но для лучшего ориентирования, вот видите, там портовые краны стоят, какие-то, не знаю, производственные помещения. И самое интересное, что мы здесь видим, это на горизонте дом, и за домом торчит огромная буровая установка. Это буровая установка 112-го мостостроительного отряда. Я еще раз поздравляю ребят с обновкой. Они купили две, насколько я знаю, установки. Ну, может быть, еще собираются, но пока вроде бы две. И эти установки сразу же приехали сюда бурить тестовые сваи. Что такое тестовые сваи? В каких-то ключевых точках, определенных предварительным проектом, делаются по 5 свай. Во-первых, смотрят, на какую глубину их можно забурить без проблем. Здесь по старым данным предварительным порядка 30, где-то до 40 метров залегают граниты. Но это не так, как в Запорожье, что там чуть-чуть совсем, и ты упираешься в гранит, и потом надо долбиться. В общем, добуриваться надо до гранита и еще на какую-то проектную глубину в самом граните, для того, чтобы это все было четко, никуда не двигалось. Особенно это важно для пилонов, потому что вы заметили, что пилоны, я сказал точнее вам об этом, со слов ребят турков, пилоны стоят, каждый пилончик сдвоенный стоит на своем ростверке, на своих сваях. Соответственно, они никак не связаны, они связаны только опорным ригелем, на котором уже покоится пролет. Поэтому очень важно здесь сделать настолько надежное основание, чтобы ни в коем случае не было никаких взаимных просадок, чтобы ничего не перекосило. Я переспросил несколько раз у инженеров здесь, и мне подтвердили, что очень большой опыт мостостроения у компании «Догуш Иншаат». Строили они в Турции, строили они по всей Европе, строили они даже в России, хотя сейчас это считается не очень хорошие, может быть, рекомендации, но тем не менее, вы знаете, что как ни крути, российская мостостроительная отрасль, она такая достаточно передовая, там используется много новых технологий и очень много мостов строится, причем очень сложных мостов, поэтому в качестве опыта, я думаю, такая рекомендация все-таки, ну, скорее в плюс играет, чем в минус, тут чистая политика уже, поэтому вот на основе этого всего они сказали, что они гарантируют, что все будет спроектировано и выполнено таким образом, что нигде не будет никакого ни миллиметра просадки взаимной, ничего нигде не треснет. В общем, есть гарантия людей с многолетним строительным, мостостроительным опытом. Сам старый Крюковский мост находится вот там, вот даже немножечко видно его ферму. Я вам уже сказал, когда мы были в офисе, но еще раз повторю, что после того, как запустят этот мост в работу новый и его закончат, Крюковский мост станет на ремонт. После этого его планируется пока предварительно закрыть полностью для автомобильного движения и перепрофилировать исключительно на железнодорожный мост. То есть все движение будет по новому мосту осуществляться по двум полосам в одну сторону и двум полосам в другую сторону. В принципе, на этой площадке нам смотреть больше не на что. Я думаю, что при нашем следующем визите здесь зашевелится больше. Вы, наверное, понимаете, почему я сюда до сих пор не приезжал, потому что здесь совсем уже подготовительные работы велись. И меня просили, говорили, что вот там начинают что-то равнять. Ну вот сейчас уже началось такое, что я вам могу показать. Что еще, наверное, стоит сказать? Вот из основных таких объектов, ключевых, которые сейчас уже начинают разрабатываться, на левом берегу находятся две площадки строительных. Вот это одна. И там, где стоит у нас буровая, это вторая площадка. На правом берегу одна площадка, тоже мы туда сегодня поедем. И где-то нам обещали еще показать, специально под этот проект строится бетонный завод. То есть Догуш Иншаат строит бетонный завод. Ну вот так как Анур строил рядом со своим городком и со своим объектом, так и Догуш. Там вроде бы есть уже на что посмотреть. Поэтому сейчас мы отправляемся в речной порт. Сейчас мы с вами переехали на территорию порта. Это режимная территория, она очень тщательно охраняется. Сюда никто не попадает просто так. Поэтому более ценными будут наши кадры отсюда. Но для начала я вас ориентирую, где мы находимся. Мы были здесь. Сейчас мы проехали вот так вот и заехали сюда, в эту точку. Здесь у нас заканчиваются штаны и пошел боковой заезд, судя по всему. Основная дорога идет в этом направлении, то есть там у нас, насколько я помню, Большая Набережная, улица, но могу ошибаться. И вот это направление на Днепр. А теперь я вам сейчас буду показывать, собственно, все это в натуре, где чего делается, чтобы вы понимали. И теперь смотрим, как это все выглядит на местности. Вон буровая установка геологоразведчика, которую мы только что видели, за этим забором. Ну, фактически это как две площадки, они рядышком находятся, но административно они разделены. И еще одну установку видим, сейчас устанавливают, она буквально перед нами подъехала, для того, чтобы исследовать грунт в направлении как раз вот этого съезда. Теперь, я думаю, после того, как мы посмотрели на схему, вам становится понятно, что будут делаться бурки вот так, вот так, вот так по полукругу. И здесь мы видим еще одну геологоразведочную буровую, здесь их уже три, но пока она не задействована, что-то она здесь тоже будет делать, так что видим, что активно идут работы, хотя только-только начинается проект. И сейчас я перевел камеру в сторону Днепра, здесь, если вы посмотрите на карту, то небольшой залив портовой, тут какие-то служебные понтоны стоят, и вот так вот примерно, куда я показываю рукой, будет идти под углом к Днепру новый мост, основной его проезд. Мы сейчас идем к 112 мостостроительному отряду для того, чтобы посмотреть, что они там бурят хорошего. Протестовые бурки я вам, кстати, недорассказал. То есть бурится 5 свай, и потом проводится испытание, насколько можно забурить, насколько несущая способность этих свай. В общем, тут целый комплекс работ. Здравствуйте, ребята, которые нас сопровождают. И ребята, которые здесь занимаются бурками. И вот, наконец-то, мы видим наших друзей. Одних из лучших. Это 112-й мостостроительный отряд. И здесь вот такой свайный куст из 5 свай. Это вот эта та самая тестовая бурка, которая сейчас уже сваи готовы. Делается оббивка самих оголовков, после чего будет испытание. Давить их будут, прозванивать ультразвуком, чем все с ними будет делать, что необходимо, для того, чтобы понять, как это все будет работать в дальнейшем. И следует ли какие-то коррективы вносить в проект. Я не знаю, слышали ли вы что-то, что я вам рассказывал в этом шуме, но мы попросили ребят буквально 2 минуты дать нам маленький перерывчик, чтобы мы объяснили вам, что это такое. Итак, еще раз повторюсь, здесь работают наши одни из лучших друзей 112-й мостостроительный отряд. Сейчас они оббивают уже оголовки свай. Как это все будет работать? У нас есть тестовая свая, которая находится посредине. И есть так называемые 4 анкерные сваи. Сейчас здесь, как и для обычного ростверка, срубываются оголовки свай, обнажается арматура. Но здесь пока ничего бетонироваться не будет. К анкерным сваям специальная конструкция переваривается, металлическая, вот к выпускам этой арматуры. Переваривается она, ну, я так понял, крест-накрест, еще какие-то там балки дополнительные усиливающие есть. Для чего это надо? То есть крест-накрест, она получается, эта крестовина как раз над основной рабочей сваей. И после этого ставится домкрат, который начинает давить. То есть он давит сваю центральную вниз, а анкерные сваи, соответственно, через эту конструкцию пытается подорвать. Таким образом, ну, два зайца, можно сказать, убиваются. То есть смотрится, какое давление вниз выдерживает эта свая. И смотрится, насколько легко или нелегко выдернуть сваи, которые вокруг находятся. То есть в этом заключается испытание. Есть какие-то методики, которые позволяют анализировать эти данные и из них делать какие-то выводы. То есть вот сейчас вот эта тестовая бурка сделана. Из 5 свай они, как видим, уже набрали необходимую прочность. И идет дальше подготовительная работа для того, чтобы проводить, собственно, испытания. Этим всем занимается мостостроительный отряд номер 112. Они бурили. Другое подразделение занимается вот этим процессом. Третье подразделение будет заниматься анализом. Вот таким образом это все и будет делаться. Итак, теперь я показываю, где мы находимся. Мы примерно вот здесь вот находимся. И главная дорога пойдет туда. Я сразу поднимаю камеру, и вы видите, куда она идет. Здесь даже специально, не знаю, мелом отсыпали примерно ось, как она будет двигаться. То есть вот там дома поворачивают, но кто знает Кременчуг, те знают, сориентируются, кто не знает, вот просто поверьте на слово. Вот так широкий проспект, туда вот идет, это основная дорога, которая вот приходит со стороны Днепра. И что еще, кстати, хотел добавить по поводу свай, я уточнил специально у ребят, то есть вот что потом с этими сваями будет, если, ну, не дай бог, в худшем варианте испытания покажут какие-то недостаточность параметров тому, что должно быть, тогда будут искать другое место для опоры. Если же все будет нормально, то есть сваи несут то, что надо, выдергиваются трудно, так как и должно быть. Соответственно, эти сваи пойдут уже в работу. То есть на вот этих сваях будет, там, не знаю, может еще что-то будет добуриваться, потому что проекта пока еще законченного нет, на скольки сваях будут ростверки располагаться. Но эти сваи, они не напрасно бурились и пойдут в свайное поле какой-то из опор береговой эстакады. Мы прошли чуть далее, видим уже Догуш потихоньку мобилизует технику. Огромные фронтальные погрузчики. Что у нас там дальше? По-моему, манипулятор стоит, либо же это подъемник, грейдеры, бетономешалки и знаменитая новая буровая установка 112 мостоотрядного отряда. Сейчас она уже свою тестовую бурку сделала и стоит здесь. В дальнейшем, когда испытания пройдут, подкорректируется проект, и она здесь уже будет продолжать бурить. Вторая буровая установка 112 находится на левом берегу. Сейчас мы попробуем сделать облет. Если получится у нас перелететь на левый берег, значит тогда мы ее увидим. Если не получится, тогда мы долетим куда сможем. Потому что, видите, здесь такая не очень хорошая прямая видимость. Здесь, что это у нас, такая как бы коса находится и аж за ней. Может быть, нам удастся туда переехать, но я еще не знаю пока, потому что я сказал, что здесь режимная территория, причем она такая очень режимная, в отличие от Киевского речного порта, который, к сожалению, разгромили полностью, распродали и сейчас хотят застроить. Насколько я понял, Кременчугский порт, он активно работает, и поэтому здесь очень строгая пропускная система. Нас долго допрашивали, и это при том, что вчера отдавались данные на въезд машины, мои данные и так далее, поэтому здесь все это очень сложно. И я не знаю, насколько здесь свободно можно перемещаться, поэтому я пока заранее вас готовлю к этому. Потом мы поедем на левый берег, и там мы точно уже увидим эту буровую в работе близко, но пока вот так вот. Сейчас пробуем взлететь. Итак, мы с вами сделали аэросъемку, пролетели примерно по трассе моста. Конечно, честно говоря, очень маленький экран на пульте. Я не разглядел, где там буровая, а там где-то в лесу стоит. Ну, я надеюсь, может быть, мы с вами ее разглядим, когда на большом экране будем смотреть. Сейчас мы переезжаем на правый берег и посмотрим на эту буровую вживую. На завод сегодня решили не ехать, решили оставить на следующий раз. Там, в принципе, идут строительные работы. Я вам сказал, что много подготовительного процесса, но сейчас просто мало времени уже, потому что ребята тоже, они заняты, сегодня субботний день, у них, они только ради меня, собственно, сюда и приехали. Что еще мы здесь видели? То есть мы пролетели, мы видели какие-то опоры старого моста, непонятно что, это может мне кто-то написать, что это за старый мост был, посмотрели общую панораму, я примерно вам постарался показать, где трасса Н-08 проходит на правом берегу, как идет дорога на мост, куда она идет с моста, я имею в виду существующую дорогу. И также вы наверняка заметили, здесь уже не только мелом отсыпано, но и сделана такая, ну я не знаю для чего это, потому что здесь будут идти эстакады разнообразные, но тем не менее, может быть, туда будут выкладываться дорожные плиты, чтобы техника могла заезжать, может еще для чего-то, но по крайней мере вы видели, отсыпкой сделана основная магистраль. И сразу видно, куда идет основная магистраль, что за ней находится и куда идут отводы в сторону центра. На этом я заканчиваю на этой площадке, и мы в срочном порядке едем на левый берег. Сопровождение наших турецких товарищей, мы выезжаем с территории порта. Кстати, как мне сказали, здесь очень у них ограниченная территория выделена, и за пределы этой территории ходить нежелательно, поэтому мы не стали уже куда-то перебазироваться на побережье, но тем не менее, я думаю, удалось хорошо нам облететь и так. Максимальная дальность отлета от точки взлета у меня была чуть больше 2 километров. Едем вдоль забора стройплощадки, с которой мы начали наш обзор. Направляемся на Крюковский мост. Там я вам тоже покажу немного проезд по мосту. Кто здесь не был в Кременчуге, тем, возможно, будет интересно. Мост раритетный. В чем состоит уникальность проекта Кременчугского мегамоста для Украины? Во-первых, наверное, за 20 лет это первый такой огромный мост, который строится абсолютно с нуля. Несколько мостов больших, Запорожский и Подольско-Воскресенский, вы знаете, начинали строить в независимой Украине уже, но это было в первое десятилетие ее независимости. Дальше ничего подобного не возводилось. Кроме того, здесь уже задействованы будут самые новые современные технологии, разработки, причем как технологии строительные, так и технологии управления проектами. Международный тендер, международные партнеры. Здесь все будет по-другому, чем это было ранее. Насколько я успел заметить, я вообще в Кременчуге так прицельно никогда не был, в основном проезжал его транзитом. На правом берегу такая с низкой застройкой часть Кременчуга небольшая находится. Ну, кременчужане могут меня поправить, может быть, я что-то неправильно понял, но основное все в городе, оно сосредоточено на левом берегу. Поэтому для самого Кременчуга может быть мое предположение, что это и не очень критичная магистраль, потому что самим кременчужанам, но только тем, кто живет, наверное, на правом берегу, а работает на левом, постоянно приходится курсировать через Крюковский мост. Но зато на много километров это единственный мост, который связывает два берега Днепра в районе Кременчуга, и поэтому для транзитного транспорта это очень принципиально важно, потому что ближайшие такие мосты, которые соответствуют всем современным требованиям для автомобильных мостов, по справке от Укравтодора, находятся в радиусе 500 километров отсюда. То есть есть мосты попроще, но они не отвечают требованиям для каких-то большегрузных машин. И, кстати, замечаем, что интересные такие лабиринты нам приходится преодолевать, но вдруг вот внезапно мы выскакиваем на Крюковский мост. Табличка «Речка Днепр». Видим, здесь всего 2 полосы. Ограничение скорости 40 км в час. Мост, как я уже сказал, по данным Укравтодора находится в предаварийном состоянии. То есть он еще не падает, но уже может скоро и упасть. И мы видим, что он представляет из себя такую гигантскую ферму на бетонных опорах. Красивый на него очень въезд. Правда, въезд, судя по всему, делался уже где-то в сталинские времена, потому что такой чисто сталинский монументализм. Далее впереди виднеется ферма, которая, по идее, должна подниматься была. Можете мне опять же написать в комментариях, работает ли сейчас этот механизм, вся эта конструкция, или она уже намертво там приросла к своему месту. В отличие от запорожских мостов Преображенского, здесь автомобильное движение идет по верху моста, а железная дорога использует нижний его ярус. Поэтому не так страшно ехать, как по мостам Преображенского, когда тебе кажется, что от проходящих поездов что-то упадет на машину или на голову. И, кстати, уже, к сожалению, были прецеденты, а это значит, что запорожские мегамосты надо достраивать как можно быстрее и закрывать на ремонт преображенские. Очень красивые краевыды вокруг. Ну, собственно, вы их уже видели с аэросъемки, поэтому, наверное, здесь что-то комментировать дополнительно излишне. И вот мы заезжаем на поднимающуюся секцию. Внутри виднеются мощные тросы, с помощью которых, очевидно, это все и происходило, или же происходит на сегодняшний день. Мы переезжаем на правобережную часть города. Вы видите, что только одно высотное здание, ну, условно высотное, наверное, это девятиэтажка, виднеется. Крюковский вагоноремонтный завод. Не знаю, это административное здание, но скорее вроде бы похоже на общежития какие-то. Нет, там чуть подальше еще несколько зданий, но, в общем-то, город здесь — это низкоэтажная застройка. С левой стороны сейчас от нас железнодорожная колея была. Я не успел просто на нее перевести камеру. Это та колея, по которой поезда заходят на мост. И мы съезжаем с моста. Ну, честно говоря, мне никогда, к счастью, не доводилось попадать здесь в пробки, потому что обычно в час пик я здесь не еду, но говорят, что пробки здесь бывают достаточно неплохие, в кавычках. Направо указатель на Кропивницкий был, а мы поворачиваем налево на Н-08. Еще раз напомню, Н-08 у нас приходит со стороны Днепра. Вы видели на карте, кто здесь ездил, те также знают, что она очень причудливо изгибается. Но кто едет быстро, тому как раз эти повороты не сильно нравятся, я думаю. Поэтому этого всего стараются по максимуму избежать в новом проекте. Далее у нас начинается пойма Днепра. Ну, на самом деле, с тех пор, как появилась система водохранилищ и плотин, уровень воды здесь регулируется, и поэтому ничего не заливает. Поэтому здесь уже вырос лес осокоров или осокорей. Мы приехали на место. Я уже вижу буровую установку. Итак, мы видим, что бурка происходит буквально метров 100 от дороги. Но, конечно же, с дрона, наверное, мы это не разглядели. Хотя посмотрим, я еще не видел на монтаже, что получилось. Может быть, что-то увидим среди деревьев. Итак, поскольку мы уже переехали на другой берег, здесь мы переместились в эту часть схемы. Вот здесь заправочная станция, я вам сейчас ее покажу. И примерно вот здесь происходит бурение. Но здесь, мне сказали, уже вроде бы какие-то небольшие изменения в проект есть, поэтому не привязывайтесь к этой схеме 100%. Здесь, может быть, какие-то еще съезды поменяются чуть по своей конфигурации. И сейчас я поднимаю камеру, и мы ориентируемся. Дорога Н-08, заправочная станция BVS. И чуть-чуть наискосок работает буровая новенькая 112 мостоотряда. То, что мы сейчас видим, мне ребята объясняют, это, наверное, ну, последние недели вот так это все выглядит. В ближайшее время его начнут огораживать, всю стройплощадку. Здесь будет охрана, контрольно-пропускной режим, потому что вы знаете, как турки А мы уже работаем, это третья турецкая компания, которую мы встречали. Мы работали с Ануром, мы работали с Лимаком, теперь мы работаем с Догушем. Они очень скрупулезно относятся к соблюдению правил техники безопасности. Стройплощадка – это опасное место, оно всегда должно быть ограждено. Таким образом, у нас с вами будет эксклюзивная возможность попадать на площадку тогда, когда нам это будет нужно, и показывать вам все, что сокрыто от глаз посторонних наблюдателей. В то же время наблюдателей здесь достаточно много, потому что постоянно проходят люди и фотографируют. Всем интересно, что же там происходит. Я думаю, для Кременчуга и особо для правого берега это вообще большое событие, то, что здесь затевается, как сам проект, так и то, какая техника здесь работает. Поэтому пользуйтесь возможностью, кому интересно, можете еще подъехать посмотреть, но ни в коем случае не заходите на стройплощадку. Она сейчас пока временно огорожена ленточками, но скоро здесь будет ограда более массивная. Все остальное будем показывать вам мы. И в данном случае мы спускаемся по свежеотсыпанной дороге. Видим, здесь такой крупный гранитный бут используется, ЩПС покрытие, для того, чтобы никакая непогода не помешала заезжать сюда все новые и новые техники. И далее мы видим уже привычный нам набор оборудования, которое используется для бурения. И сразу же мы видим огромный каркас сваи. Ну, мы много раз такое видели. Какая длина? Здесь 24 метра сейчас варится. 8,5 и 12. Сколько? 1,70 перехлёст. Ага, 1,70 перехлёст. Ну, чуть-чуть меньше 24 метров. Но я так понял, что будет довариваться еще каркас, потому что здесь, как мне сказали, сваи бурятся, по-моему, на 45 метров. Как видим, дальше лежит еще один каркас. Ну и, в общем, стандартный набор всего, что мы с вами привыкли видеть на площадках, где происходят буровые работы. Работает геодезия. Без геодезии ни шагу. Ну, здесь мы во всей красе видим сам процесс бурения, как работают ребята из 112-го. Сейчас будем узнавать подробности, что удалось уже забурить. Кстати, обратите внимание, что здесь такая местность низинная, заболоченная. Здесь не так-то просто организовать строительную площадку. Здесь, насколько я понимаю, везде вокруг примерно такое. Сейчас еще высокая вода. Конечно, это не наводнение, но уровень воды поднялся в Днепре. Поэтому здесь есть такие места, которые проблемные. Тем не менее, ребята по максимуму пытаются сейчас использовать все время теплое, для того, чтобы сделать в этом году все, что можно сделать по теплому времени. Вы знаете, насколько проблематично зимой и в дожди работать. Хотя пока здесь дожди не мешают, как видите, разве что вокруг затапливает. Видим, бурение здесь идет ковшебуром, потому что слишком много воды. Яркие кадры, когда ковшебур открывается, и мы видим вот такая вот зеленоватая глина выпадает из него. По крайней мере, теперь мы видим, что на 16-метровой глубине еще никаких гранитов нету. Паровая пошла на следующий цикл, и мы видим, экскаватор сразу же подгребает все лишнее, отвал. Кстати, напоминаю, что я когда так замечательно провалился в этот отвал по колено, и он просто всасывает, сразу из него не выберешься, поэтому если кто-то каким-то чудом попадет вот в такое место, где работает буровая, очень опасно ходить по отвалам. сверху они подсыхают, кажется, что они безопасные, но ты просто проваливаешься. В лучшем случае, если это будет отвал, и ты попадешь по колено, выберешься потихонечку. Бывали случаи, говорят, но это не на этих стройках, там мне рассказывали бывалые буровики. Если я не ошибаюсь, в России такое было, когда люди проваливались просто в свежезабуренную сваю, там где давлением воды держится, она, то есть она еще не залита бетоном, и в свежий бетон проваливались. Но никто не тонул, конечно, это примерно идет опускание подмышки. Там ты становишься на каркас, но тем не менее все равно это очень неприятно, и кого-то может даже инфаркт схватить от такого. Но не хочу на этом печальном заканчивать наш обзор, поэтому я предупреждаю, просто будьте осторожны, старайтесь, если вы не работаете на стройке, не пытаться попасть на стройплощадку, даже если она недостаточно хорошо ограничена. В общем, соблюдать технику безопасности. Ну что ж, как видите, пока тут особо много экшена я вам показать не могу, но по размаху подготовительных работ мы видим, что все по-серьезному затевается. Вот я сейчас выходил с площадки, вижу там дальше еще огромный штабель каркасов лежит, причем это явно больше, чем на 5 тестовых свай. Скорее всего, это уже готовятся на следующие сваи, уже рабочие. Ну и, как я сказал, если тестовые сваи будут успешными, то они станут тоже рабочими. Поинтересовался у ребят, сколько примерно метров до Днепра. Здесь трудно сориентироваться, но они говорят где-то от 300 до 500 метров до береговой линии. Конечно, часть этого леса, очевидно, вырубится для того, чтобы превратиться в скором времени в одну большую площадку. Надеюсь, когда нас сюда пригласят в следующий раз, может быть, это будет через месяц, мы увидим здесь более интересные процессы. И мне ребята из Догуша сказали, что в июле должна уже прийти платформа буровая специальная, которая будет бурить сваи под пилоны в русле Днепра. Я так понимаю, что это будет что-то похожее на ту платформу, которой Мастбуд бурит сейчас в Запорожье. Но я спросил, это будет чья-то из наших? Говорят, нет, у них есть своя техника, они ее в июле привезут сюда, из Турции. Вот такая вот информация у нас есть на сегодняшний день. Ну что ж, на этом я завершаю наш обзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу, к стройкам Киева и Украины. Огромное спасибо нашим уважаемым зрителям, донаторам за поддержку. Благодарю пресс-службу Укравтодора, которая помогает нам путешествовать. Благодарю компанию Догуш Иншаат и тех ребят, которые нас сопровождали. Они нам показали все, ответили на все вопросы, которые у меня на сегодняшний день возникли, и обещали полное содействие оказывать в дальнейшем. Кстати, они в свою очередь просили поблагодарить руководство города, потому что вы знаете, что несмотря на национальный статус этого проекта, все равно очень много зависит от местного руководства, местные власти, которые могут оказывать содействие, а могут, соответственно, ставить палки в колеса. Здесь полное взаимопонимание, то есть всяческое содействие оказывается ребятам, никаких проволочек, никакого динамо-машины никто не включает, все супер, попросили передать благодарность. Я, в свою очередь, благодарю всех мостостроителей, строителей, дорожников, метростроителей, всех, кто радует нас своими успехами трудовыми. Благодарю всех, кто смотрит нас с подпиской, делится ссылками на наши видео в соцсетях, оставляет нам лайки и комментарии. Если еще не подписаны на канал, самое время подписаться, ставьте лайк этому видео, жмите колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, вступайте в группу в Facebook, подписывайтесь на страничку в Facebook. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров, мира, любви, здоровья, счастья, добра. Пока!